Удивительное явление в природе. Сегодня выпал снег, 11 апреля. Казалось бы, пришла весна и ликовала все вокруг. Птицы пели, уже соловьи, я слышала, как поют на разные голоса в парке птицы. Травка зеленела, почки лопнули. Ой, как жалко птичек. Крупный снег, крупные хлопья крутятся. Вот такой даже метель. Все покрывает белым-бело, все кругом. Снег падает, тает.